Первая глава книги называется «Как меня нашли на улице». Это правда. Я со всего разбега воткнулась лбом в красивого молодого человека, веселого. И это не история любви, мне было 8 лет. А молодому человеку было, наверное, лет 30, но он казался мне прям совсем уже таким опытным, основательным. Это был Мараш, Михаил Мараш. И он был режиссером горского телевидения. И ему понравилась моя бойкость, и ему нужна была бойкая девочка для съемок спектакля. Так меня действительно нашли на улице. Самое обидное, что ничего не осталось. Ведь были пленки, но их не осталось. Был мой портрет, который был нарисован одноруким художником на телевидении. Пришел после войны, тогда же время было после войны. Этот однорукий художник левой рукой нарисовал мой портрет, акварельный портрет. Куда делся, не знаю, очень-очень-очень жаль. Поэтому даже на великом снимке Мараша с детьми почему-то меня не оказалось. Поэтому могу предложить только мою фотографию, где мне 8 лет.